Сегодня суд вынес приговор тюменцу, который убил свою трехмесячную дочь. 42-летний житель областного центра признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Установлено, что вечером 20 октября прошлого года подсудимый, находясь в частном доме, распивал спиртное со своей сожительницей и их общей знакомой. Из-за обострившейся личной неприязни он решил убить сожительницу и их маленькую дочь. Мужчина нанес женщине множественные удары руками, ногами и металлической трубой, затем избил младенца, взял ее на руки и силой бросил на пол. От полученных травм девочка скончалась. Ее маме удалось спастись и позвать на помощь. В рамках расследования уголовного дела следователям были проведены проверки показаний на месте, очная ставка, допрошен ряд лиц, назначено и проведено 9 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-психиатрическая. Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.